Ну і так як на початку нашої програми я задала тему ще, що ми поговоримо стосовно місцевих виборів, хотілося б від вас дізнатися, що нам дадуть ці вибори, наскільки вони важливі? От, знаєте, несмотря на те, що місцеві вибори являються, по суті діла, таким елементом внутренней политики государства, да, это как такой барометр демократии, все равно во многом местные выборы Украины продиктованы внешними факторами. То есть это же внеочередные выборы, так, как и внеочередные выборы президента были, досрочные выборы парламента и так далее и тому подобное. Поэтому местные выборы, которые проходят в Украине, они станут своего рода индикатором того, насколько украинское общество готово к реформированию. Лично мне закон о выборах, он, как и многим экспертам, не нравится. То есть на сегодняшний день он сильно заполитизирован, во многом продиктован, наверное, выражением крупных олигархических групп. То есть там хитро сделана система пропорциональная и мажоритарная в одних районах, местах мажоритарная система, в других пропорциональная. Поэтому она прописана под конкретные крупные такие политические проекты олигархических групп. И если выборы эти пройдут, то мы посмотрим реально, кто в нашей стране, на что, ну, какой имеет вес и влияние. Но я не исключаю, что местные выборы — это только начало. Если будет принята новая конституция Украины, все идет к тому, что будет принята новая конституция. Президент так сказал, что после местных выборов так. И так об этом акцент я почему на внешний фактор давлю, поскольку Европейский Союз тоже, и ОБСЕ, и Совет Европы говорят, что нужно принимать новую конституцию, есть там заключение Венецианской комиссии, что она соответствует нормам. Следовательно, по логике, по новой конституции должны быть проведены выборы и парламентские, и местные, і що кое-які. Так, стосовно парламентських, да. Також ваші колеги, багато політологів, експертів вважають, що вже наступної осені можуть відбутися парламентські вибори. Я не исключаю этот факт. Я думав, що вони взагалі весною будуть. Но сейчас, если просчитать все, то очень тяжело весной провести, так как это теоретически невозможно. То есть еще конституция не принята, там есть нюансы. А весной, не исключаю следующего года, я не исключаю президентские выборы. Нельзя забывать про то, что по логике должны президентские выборы новые быть. Когда — это большой вопрос. И пойдет ли на них нынешний президент — тоже большой вопрос. То есть вот главная интрига — это не парламентские выборы, а возможность о том, что могут быть проведены президентские выборы. А по логике они должны быть проведены, так как новая конституция Украины. Ну так, я да. С вами погоджуюся. И мы еще говорим, так как зараз будут у нас місцеві выборы, и оцей новый закон, який на 80% з Петербурзького, також колеги ваші вважають, зідраний. І більшість українців не розуміє цього. І вони йдуть, і дуже багато хто, за кого йти голосувати. Що це за такий новий закон? Да, він, я как, тут не як політолог, а як адвокат прокоментував, він дуже тяжелий. Тобто там маса всяких дополнительних условий по виборам мера, по виборам, ну, новації в часті того, що мер розбирається. Второй тур, точнее, проводится в тех населенных пунктах, которые превышают 90 тысяч населения. Списки сейчас будут фактически открыты. И пропорциональная система, то есть будет конкретный кандидат и конкретная политическая сила. Потом это все будет суммироваться в рамках населенного пункта. Поэтому он сложный, действительно. И в любом случае, ну, придется голосовать. Я думаю, я не предвещаю высокую явку населения на эти выборы, поскольку уже люди устали. Выборы, выборы, выборы. И на ситуацию, на все они реагировать не будут. Ну, какая-то явка будет, и изберут, естественно, советы, и в Киеве изберут. Но посмотрим, что дальше будет. А фальсификации, как вы уважаете, много будет? Вы знаете, я вчера читал вот отчет ОБСЕ. ОБСЕ следит за выборами. Есть такая организация по поддержанию мира и по проверке прав и свобод, демократических свобод. Они сейчас присылают свою большую группу. И практически каждый месяц у них специальный отчет по поводу того, что происходит в предвыборной ситуации, во время выборов и после выборов. И вот у них фиксируются факты, отдельные факты подкупа голосов избирателей и использования, что очень немаловажно, административного ресурса. А он всегда в Украине использовался очень умело и будет использоваться. То есть поддержки конкретной политической силы со стороны власти, скажем так. Да? Вот эти факты, они не улучшают ситуацию. Но в любом случае, я думаю, их признают эти выборы, несмотря на нарушения, и они состоятся как факт. Якихось позитивних моментів нам варто очікувати після того, як вибори вже відбудуться? Я думаю, нам слідує ожидати якихось негативних моментів, зв'язаних з тим, що, безусловно, будуть недовольні
То есть кто-то будет обиженный, кто-то скажет, что власть ограничила умело их популярность. Вы знаете, что есть много политиков, некоторые из которых арестованы сейчас, которые связывают свои аресты, гонения на свои политические силы в связи с их политической позицией и политическими убеждениями. Ну и приближающимися выборами. Я думаю, что отчасти они правы. То есть действительно есть в некоторых арестах политическая составляющая. Но этим партиям нужно не обвинять власть, а больше работать над созданием позитивного имиджа у себя в Украине, вокруг своих политических сил. То есть больше должно позитива быть. А многие партии, к сожалению, связались со скандалами, с самими коррумпированными действиями. Причем эти коррумпированные действия потенциально были засняты на видео. И тут очень тяжело обвинять в этом власть. То есть, когда ты сам, прикрываясь патриотизмом, нарушаешь закон и нарушаешь многие нормы действующего законодательства Украины. Вот здесь нужно над собой поработать. То, о чем мы говорили. Так, а от ще як адвокат, скажіть мені, будь ласка, не будуть відбуватися вибори на сході країни, так? Це прищемлення прав людини, це... Як ви можете Без сказати? Сомнения, здесь у меня однозначно жесткая позиция. Я считаю, что даже та часть Украины, которая под та часть Донбасса, которая находится под Украиной, города Артемовск, там, Мариуполь, Волноваха, часть других городов, там должны быть проведены четкие выборы, поскольку это часть Украины. Это густонаселенная часть Украины, это самая густонаселенная в Украине. В Донбассе, согласно переписи 2001 года, проживало более 7 миллионов человек. И сейчас там проживают 1 000 000 украинских граждан. Я сейчас говорю про тот Донбасс, который под Украиной. Я сейчас не говорю про ДНР, ЛНР. Угу. И все равно их лишают всего права, так? Да. Было естественно, выявление. Вы же понимаете, какое будет там настроение людей. А я его знаю, это настроение, оно негативное по отношению к власти. И оно будет усиливаться, поскольку эта позиция неправильная. Фактически там введено прямое президентское правление в некоторых городах. Созданы так называемые военные гражданские администрации. Как у меня, как адвоката, я считаю, сомнительно создание таких структур, но не предусмотрено Конституцией. И там президентское правление в некоторых городах введено. Это обосновывается там военным положением, это обосновывается опасностью. Ну, у нас везде опасность. И в Мукачево была тяжелая ситуация, в Чернигове вообще бардак был с выборами. Но там провели, все признали, сделали. То есть точно так же можно и здесь. А по поводу ДНР, ЛНР, то есть не подконтрольной части Украины, там это уже то, о чем мы говорили, предмет консенсуса. Я не верю в то, что там выборы могут быть проведены в ближайшее время, даже там на апрель перенесли как бы их. Я думаю, что консенсус по этому вопросу согласованности какой-то не будет, к сожалению. Я вам дякую, що ви до нас завітали. Спасибо вам. За цікаву розмову дякую. А я нагадую, гостем програми був експерт з міжнародних відносин Андрій Бузаров. Залишайтеся з нами.